Друзья, всем привет! Компания Seven Motors California. Пришел к нам сегодня вот такой вот автомобиль. Это Nissan Juke. Очередное ваше приобретение. Автомобиль покупался на страховом аукционе EAAE. Что с автомобилем? Сейчас я сделал дополнительные отметки, какие есть повреждения, поскольку ничего здесь отмечено не было. И давайте вместе мы с вами все это просмотрим. Итак, передняя часть автомобиля. У нас есть трещины на лобовом стекле. Их не видно, к сожалению, камера не передаст, скорее всего, из-за того, что окно грязное. Далее. Бампер цел. Капот цел. И далее повреждение. У нас забита правая сторона автомобиля. Вот таким вот образом все это выглядит. Вот так вот забито крыло. И ходовая. Зеркало водительское целое. Водительская дверь тоже цела, за исключением вот таких вот вмятин, они здесь отмечены. Далее остальная часть автомобиля по кругу целы. Здесь такой дефект у нас на крышке. И вот такие дефекты с пассажирской стороны. Все, далее в целом, в принципе, автомобиль в довольно-таки неплохом состоянии. Под капотом. Вот так вот у нас выглядит пространство под капотом. Сторона удара. Все на месте, ничего не повылетало. Все целое. Далее по салону у нас. Автомобиль не заводится. Ремни. Здесь ремень. Работает пассажирский, как видите, немножко висит, он заклинил. Взорвана безопасность со стороны пассажира, взорвана безопасность в руле водителя. Также полностью открыта вся сторона водителя. Так вот выглядит у нас салон. Немножко пыльный. Автомобиль загрязнен, но в принципе все целое. Номера, как всегда, в подарок. И взорванный airbag в сиденье водителя. Так вот выглядит у нас салон сзади. С ремнями. Что с ремнями? Ремень с этой стороны нормально. Здесь тоже. Здесь ремень тоже работает, все хорошо. На багажнике, сам багажник. Вот так вот выглядит у нас багажник. Коврики от автомобиля тоже настоятся здесь. Еще один номер. Запаска. Докатка. Вот, в принципе, все. Автомобиль сегодня будут отправляться. Все, благодарю всех за внимание. Подписывайтесь. С вами была компания Seven Motors.